Пробуем. Потом пересмотрите видео, и гораздо легче будет учиться. Еще разок. Все. Получилось. Теперь нужно использовать тот же принцип, что и с двумя. Два в левой руке, и с них опять начинаем. Вот левая, право. Во, во, хорошо. Так. Теперь с этой руки начинаем. Вот сейчас у нас... Да. Нет, не каждый раз, тоже опять же чередуем. Должно быть сначала у нас стартовая рука левая, ну, правая, левая. 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 Здесь будет два, и она становится стартовой. Раз, два, три. Есть. Еще разок, теперь вот с правой руки. Два в правой. Вот уже сейчас для себя показываем, чтобы потом посмотреть. И не забыть. Надо встать ровно, вы потом посмотрите это видео и уже сами себя будете учить. Я же говорил, что достаточно одного урока. Почти, почти. Я поняла. Да, но я поняла. Вот на этом моменте вы зависаете уже дома одна надолго. Лучше это делать в одиночестве. Да, я поняла, хорошо. Дабы избежать упреков близких. Вот, самое главное принцип. Вот вы делаете все правильно, вы очень быстро уловили. Я думаю, что вы хороший журналист. Это совсем так говорите. Увлекает, да? Да, увлекает. Пробуйте еще раз. Ну, можно считать, что я научилась, или мы будем... До результата? Нет, вот теперь дальше уже добавляйте ваши любимые стихи. Любимые стихи? Да, попробуйте. Вот это очень сейчас будет, конечно, сложно. Простом углу моем среди медленных трудов одной картины я жду быть вечно зритель. Одной, чтобы не осталось так, как со молоком. Хорошо, хорошо. Давайте еще. Да, это очень сложно. Так. Чистый наш божественный спаситель. Прекрасно. Вот смелая девушка из Петербурга, ну, только что. У меня получается. У вас все получилось. Придете домой, пересмотрите это видео. И, конечно же, уже через пару месяцев будете вовсю жонглировать булыжниками. Спасибо вам большое. Вам правда понравилось? Да, мне понравилось. Я буду домой. Вы рекомендуете еще раз всем российским мужикам? И женщинам, правильно. Скажите, пожалуйста, а книжку вы порекомендуете почитать? Книжку я порекомендую, у меня даже есть уже один экземпляр. Вот. Спасибо вам большое.